запись бахну, но я у меня уже начинает вот это вот, блин. Давайте вспоминать, что было в прошлый раз. Коротенькая трансляция, самая короткая часть вообще из... Я не могу вспомнить стрим, который был короче, чем предыдущий. 58 минут запись была. Мы пошли в новую локацию, открыли ключом ворота и сразу оказались в месте, которое нас погрузило в страхе, дискомфорт, вот все это состояние тревоги за счет как раз кукол, детских колясок, брошенных, повешенных на деревьях кукол детей, ну, тоже детских кукол. А главный персонаж, босс, которым нам предстоит противостоять, не знаю как, наверное, тоже психоделика какая-то будет. Это как раз тоже кукла, ожившая, ну как-то она там, она точно действует самостоятельно. Мы даже не встречали ее маму, только на портретах видели ее маму. Она любит поиграть с нами, а именно устроить квестовую комнату из серии «Выберись, иначе сдохнешь». Жуткие образы, тоже связанные с тем, что, ну, части тела, детский плач. Это в результате все привело нас к огромному плоду, не плоду, двух-трехметровому, который кричал и гонялся в темноте за нами, грозясь сожрать. Все это параллелилось с историей нашей жены о том, что она что-то скрывала от нас, стремясь защитить дочь. И, блин, да, жутко как, просто жутко. Ну и, конечно же, как написано в трансляции, давайте, друзья, чтобы не я один ссал, чтобы вы тоже окунулись в эту атмосферу, потому что Resident Evil — это про атмосферу. Наушники. Приглушите свет, разверните трансляцию на полный экран, и давайте вместе отправимся в это ужасное, но захватывающее путешествие. Давайте продолжить, да. Мы убежали на лифте от нее. Поднялись. Да. Блин, я так ненавижу это. Ё-моё, нет. Ах. Ох, как они это делают, а? Это сочетание несочетаемого. То есть на детский плащ это дистрект. Ну, то есть это природная штука. Я не знаю, как женщины вообще могут в такую игру играть. Потому что там на уровне рефлекса у тебя просто идет конфликт. Конфликт, что ты должен реагировать на это чисто по-матерински. Ты не можешь игнорировать плащ. Причем даже если у тебя там... Там же заложено на уровне, что даже если небольшой... тихий звук определенного типа детский, то ты моментально просыпаешься. То есть ты не можешь игнорить этот плач, но здесь он трансформирован и превращен в страх, в нечто отвратительное. Ай, ой, у меня мурашки опять по... Тейк говорит, у меня, в принципе, такая реакция на детский плащ. На, Тейк, привет. Всем добрый вечер, друзья. У нас нет никакого оружия, у нас нет никаких бинтов, гранат, мин и прочее. Это такой тип уровня, что нам... Рядом со мной работает пульс, замеры в реальном времени. На первой трансляции сфоткал файл, можно получить по ссылке. А что это такое? JPG? А что не так? Окей. Хорошо. Страшно, аж жуть. Я не встретил ни одной вообще ни пороха, ничего. Зацикленный плащ.
Сука, извините. Я могу... Ну, я человек приличный, но как бы тут... Нас будут продолжать пугать. Но я специально не делаю звуки тише. Что может быть более жутким, чем комната, набитая куклами? Не уходи. Я не пущу. Ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мы тебя убьем. Тик-так. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Я не хочу ее искать. Я честно не хочу ее искать. Блин, они все громче и громче. Я понял. Я должен действовать быстрее. Я ничего не могу сделать, у меня хп нет. Что? Серьезно? Мы ходили по кругу. Второй этаж остается. Да как, здесь тупик же был в прошлый раз. А. Блин. Они ж набросятся на меня второй раз. Понятно. Он серьезно? Да, он серьезно, ребят. Вон же, говорит, на полу. Да, сейчас. Давайте без подсказок, друзья, пожалуйста. Он вполне серьезно. А, вон она сидит. Тварь. Палец меня укусила. Сдохни, сука! Так, надо подумать. Надо запоминать, во-первых, как бежать, потому что явно я не успею уже. Надо сейчас проходить по... ориентировочно по этому и следить за... Искать, короче, ее. И они уже все, они уже... А, вот она. Ты с Розой так же. Блин, какой стрём, а. Повезло. Нашел. Ни за что отсюда не выбраться. Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками?
Так, ну что, минуснули? Да не, вряд ли. Это все. Извините, я сделал альтап, чтобы... Привет, Плацебо FM. Здравствуйте, друзья. О, ключ. Я все исправлю. Конечно. Так, мы как бы дочку свою пытаемся спасти. А, да ладно, это все. Так. Извините, я даже... Надо выбраться отсюда. Выплюнул что-то. Так, вращай, давай повращаем. Ключ, конечно, мега стрёмный тоже. Изучить. Объединено с четырех. Значит, вот кто за этим стоит. Их уже две. Так, ну с этим боссом реально получилось быстрее. Мы взяли куклу Энджи. Может быть, имеет смысл даже обойти этот дом. И нам вернули пушки! Только надо, извините, тюленчик опять включился у меня использовать. Полечим сейчас сразу, скрафтим. Хилки есть. Ну, я бы посмотрел, реально, вдруг тут что-то будет такое, типа, давай подлутай меня полностью. Почему решили Беневита в первую очередь? А то, что открылось у меня, туда и пошел. Я проверил другую дверь и... И пошел. Неужели реально здесь ничего такого нет? Ничего не собрать, ничего не полутать? Видимо, да. Карта давно не открывал. Да. Кстати, у нас тут написано, что все мы подлутали. То есть мы ничего не лутали, но здесь, видимо, не подлутать. Покидаем это место. Две колбы из четырех. Тут же меняется погода. Начинается буря. Нам же еще назад надо вернуться. Это путь такой. Серьезно? Отсюда? Не помню. Блин, не помню. Лифт. А, Вурск, привет. Да-да-да, пульс. Я взял себе этот Mi Band 4. Он не очень дорогой, но зато, в отличие от китайского пульсометра, которому не было ни программного обеспечения нормального, стабильного, он отваливался, этот работает хорошо. Привет, Катарсис. Да, добрый вечер. Добрым. Мне не поворачивается называть вечером добрый, когда ты с дробовиком в каком-то... В каком-то месте явно недобрым. Только компания, чай. Я не знаю даже, как можно играть в такое в одиночестве. Ну, прям вот если вот забуриться, отключить свет, погружаться в... Так, и тут у нас же сокровища. Какие-то. Ну, нарисовано что-то такое, да? Ключ с четырехкрылым эмбрионом. Нельзя его использовать. Тут как будто... Часть плитки мы могли бы поставить, и явно что-то произошло бы. Надо просто запомнить, что на этом надгробии не хватает имени. Что-то там Ита Беневиенто. Сокровище Беневиента. Но странно, мы вроде закрываем эту главу с одной стороны, с другой стороны... Ладно, поехали. У меня только эта сопля в виде ребенка страх вызывала. Нетипичный монстр для Ре. Да, тут... Они, видимо... Я не знаю, как это происходит. То есть наверняка есть исследования образов, которые являются... Это ж вот, понимаете, есть люди, которые изучают, какие эмоции что у вас вызывают. И как сделать так, чтобы вызвать у тебя эти эмоции. Это же
Я бы не хотел так, как это самое... Ну, хотя у нас, например, Савелий, он знает, какие эмоции вызывают котики, и он штампует котиков. Как бы здесь все понятно. Ой-ой-ой. Тут явно будет замес. Dark Souls прям напоминает. Чувствуете? Как же вас много, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Что я не рассчитывал, что такой чардж будет от него. Они разбегаются под конец. Кажутся медленными и печальными. Хорошо, блин, мансят собаки. Будь они неладны. Савелий, современный привет. Да, не про Silent Hill в этом моменте закосплеили. Окей. Так, погодите, давайте соберем, осмотримся. А вот, кстати, надгробие. Возможно, отсюда мы... Да ладно. Я вообще пистолет прогрейдил. Помните, у нас же новый оказался, но на него нет модификации. Шар с солнцем и луной. What? Извините. И дом надо подлутать. Шар с солнцем и луной. Металлический шар с изображением солнца и луны. Ну, шары, он и в Африке шар. Солнце, луна, луна, солнце. Хорошо. Давайте... Так, это точно у нас тупичок, да? Стараюсь ничего не пропускать. Это альтернативный проход или как? Если, видимо, мы могли бегать и кайтить этих упырей. Ага. Тебя-то я не заметил, блин. Видит бог, жалко патронов. Так, сейчас я поправлю, у меня еще хвост мышь. Да ладно. А, мышиный хвост уходит. Сейчас, погодите. Надо его как-то зафиксировать будет на... Давайте сразу зафиксируем. Ой, страшно, страшно! Ну, уже не так страшно. Когда тебе дают пушку или дробовик, там все нормально. Уже не чувствуешь себя таким. Так, а чем же прижать тебя? Чем же тебя прижать-то? Есть у меня... Монитор не хочется поднимать, если только чуть-чуть. Да, пользуясь случаем, спасибо Ильдару за моник. Просто бомбический. Его старый монитор как... Мой новый. Кайф. Еще и хвост может держать. Блин, я мискликнул. Ой. Сорямба. Сейчас нам придется эту часть переправить ее немножко. Может быть, использовать даже какую-нибудь бесконтактную мину. Ну, чтобы не тратить патрики. По новой кате. Да я не хочу. Я патронов 40, наверное, истратил. Только надо как-то их сгруппировать. Да что ж такое? Четыре, хорошо. Давай еще пятого отсюда. А чё не можем-то? Алло. Алло.
Серьезно? Почему нет? Я класс. Чу! Ладно, тогда катится. Здесь уже хуже видно. Работа с освещением, конечно, тут тоже прекрасная. Как же они кайтят просто. Ты не могу поставить. А, на крепе нужно строить, я понял. Да блин. Я пострелял хуже, чем в прошлый раз, но понятное дело почему. Потому что там светлее было. Я меньше мазал. Значительно меньше мазал. Три патрона осталось. Ах, ты попал, а? Да ладно. Зря я так. Капец, зря я так пошел экономить патрики. Пес. Пошел экономить патрики. Запрещаю здесь мины ставить. Мин, как говорится, нет. Берем снова шар с солнцем и луной. Помним про табличку, помним про лутец. А, его, кажется, сразу... Нет, я даже не убивал. Берем реагент и дверь открываем. Но есть проход дальше, в общем-то, сюда. Но надо проверить домик. Он, видите, красный, значит, там тоже что-то есть. Отмычечка. И дают мину, которую нельзя поставить. И можно было забаррикадироваться здесь. И новое оружие. В-870. Так. Так-так. Похоже на автоматический дробовичок. У-ху! Надо будет зайти в магаз, посмотреть, что за апы к нему идут. И, может быть, перейти на новую дробь. У меня, правда, текущая дробь тоже прогрейжена очень хорошо. И, возможно... Так, да-да-да. Этот дробовик, скорее всего, просто стреляет значительно быстрее. Жалко, что патроны на данную игрушку, они... Ну, улетать будут. Увы. Так, здесь мы все исследовали. Да хватит, блин. Серьезно? Серьезно? Он явно был неуязвим, пока не вылез. Ну, классно. Просто классно. Зря я по нему стрелял. Не, это из обычного дробовика и не стака. Стаком будем пробовать вынуждены сейчас. Дальше. Потому что у меня не осталось патронов на пистолете. Не осталось патронов. На старом дробаше только один выстрел. Только так.
Баксмин попробую поставить. Ну, что я сейчас буду пытаться ставить? Еще один домик. Вижу печку. Весьма странная конструкция такая, основательная печка. Мы же можем использовать... Во! Наконец-то! У-у-у! Только помню, 4 патрона, может скрафтить что-то. Мадалина, голова. Я мечтал просто получить куклу, кусок куклы, стрёмный. Мадалин. Давайте, может, скрафтим что по патронам. Не может ничего скрафтить по патронам. Деталек нет. К снайперской можно скрафтить. Но снайперская не такая практичная в... Посидим, отдохнем. Я не хочу лезть внутрь. У нас явно... Что это? О, это этот! Второй... вторая загадка! Так, давай... Ну, помните, первая была, типа, замок, а вторая это... Ой, сейф. Ключ... Скрипичного мастера! Мы сможем тогда открыть дом тот... Кайф. Ща, все будет, ребята. Сейф есть. 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. И еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. Ну, узнаем побольше. 27 ноября. Госпожа Донна явно рада, быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь правда дарует какие-то способности? Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадила их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова, может, пыльцы, а потом я увидела усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом, попросила меня прийти к ней завтра, сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Садовник минус. Так, ну попробуем с этим механизмом. А, нам же шар нужен как раз. Солнце и луна, помните? В паз поставить его. А где ты? Вот он. Так, что мы можем сделать? Тут, видите, механизм. Я понял. Ну, все, не понял. Нет! Лови, наркоманы. Ой, стоп, стоп. Здесь вообще можно не пользоваться. Как вот здесь, например, да? Тут явно... Может, для того, чтобы оно пошло направо, тебе нужно нажимать налево, причем с разной... А, нет, тебе нужно нажимать направо. Вот он, Михаил. Во всем его величии. Нет, не тот! Я перепутал кнопки. Ля скилловый какой, а? Аниксовый череп. Эту штуку можно продать. Нормально так продать торговцу. Не знаю, как это получилось. И мы не все здесь, тем не менее, залутали. То есть, кроме этой штуки, я что-то весьма в небольшом домике. Ага. Фугасные снаряды. What?
Ну, на этом как бы все в плане лута. Фугасные снаряды? Это квестовый предмет? Нет. Снаряд, поражающий цели в большой области. Фугасные снаряды. Интересно, почему нельзя изначально просто поставить шарик в нужное место? Загадка. А может еще голову посмотрим? Вот я эту куклу, голову куклы нашел, а что с ней? Потерял? Куда я умудрился голову куклы потерять? Ладно. А, вряд ли мы сможем вернуться, потому что таблички у нас нет, к сожалению. Может, там как-то голову куклы присобачить, хз. Держимся, пацаны. Там 4 закладки. Это, видимо, сокровище просто, да? Мы все это продадим. Ценные сочетаемые причем. Да я хотел посмотреть, вдруг ее можно что-нибудь достать из нее. Сначала достать, а потом продать. Ценные сочетаемые, ценные сочетаемые. Очень ценные, Энджи. Это за босса нам дадут, очень ценные. То есть из того, что если ценные сочетаемые мы можем продать, но она где-то участвует. А, туловище, голова. И вот нарисовано, что мы можем это с этим сочетать. Так, окей. Объединить. О, кажется, но это не точно. Теперь можно собрать куклу. И дали ачивку Repairer. И, возможно, я мог до этого еще что-то взять и сочетать. Потому что в эту вкладку я почти не заглядывал. Что мы знаем о кукле? Ничего не знаю. Починятор. Великий зачинщик. Починщик. Так, она у нас... А, она превратилась просто в очень ценное. То есть мы не можем ее никуда поставить, но... А зверя можем тоже с кем-то объединить. У-у-у. Серебряное кольцо можем соединить. О-о-о! Их можно объединить, чтобы... О-о-о! Ребята, кажется, я миллионером вернусь после... Все, теперь мы это тоже просто продаем. Класс! Наконец-то с этой механикой разобрался. К сокровищам не идем, возвращаемся назад. Давай зверя с головой. Стоп, у меня же там нет головы. Чайка на стриме. Это баклан. Возвращаемся домой. А кто-то рычит. Демоны. Демоны ночи. Против них было бы неплохо закрафтить патрики, но надо сначала... Ну да, они сейчас будут нападать, я чувствую. Вижу наверху еще снизу. Да хватит. У меня ж нет патриков-то такого количества. Что вы делаете, ироды? Я не обойду мимо. Ладно. Блин, зря экономлю, капец. Да экономлено, блин. Серьезно? Я хочу к торговцу.
честное слово. Так, давайте, у нас есть фугасные снаряды. Если их здесь больше, чем один, то... Ну, то ГГшка. Травушку мор... О, надгробие. Ах ты, тварь. Вы как же меня бесите. Да, их тут явно больше, чем хотелось бы. Патрики для дробовика. Увернулся. Блин, этот отсюда идет. Надо их сгруппировать. А-а-а! Тихо! Извините. Это звук просто вокруг, и они там... Так. Попробуем поставить... Спокойно! Не психуй. А чё, я могу, может, открыть эту штуку, не? Я не могу использовать фугасные снаряды. Не могу использовать, алё. Давай мину попробуем поставить. В кои-то веки. Ай-яй-яй. Ай-яй. Бывает. Мин нет. То есть мина есть, но одна. Да мне кажется, что надо было разрядить вот эту вот штуку и взять старый дробовик. Ну, патроны в старый дробаш. Потому что он, судя по всему, поубойней на данный момент будет. Менее скорострельный, но более убойный. Там их трое, да я вертел, у меня патронов не хватит. Алешенька. Давай еще одну мину ставь. Нет, не так. Так. БДЭЙШ! Минус 3, минус 2, минус 1.5 даже. Я на это не подписывался, если честно. Жив? Здорово, блин. Ну чё, отстрелено. Пистолет пустой. Чё по крафту? Можем скрафтить. Что можем скрафтить? 6.2, 6.2, много чего можем скрафтить. Крафтим... Покрафчено. Как ты считаешь вообще? Считаю очень плохо. Считаю, что это была ошибка. Нет! Нет, не так. Начал заряжать. Быстрый доступ на тройку. И выбери его. Хватит заряжать фигню всякую. Ну, так было ошибкой. Вот так. Вот. Это шорткат. Терс. Тратить выстрел с дробаша ради лута наверху жалко, но нужно. А там еще одна клетка. Надо было грейдить Патрик пистолет. Ну вот что я за человек-то такой? А, у меня есть второй пистолет! Очи! Раз пошел. Два пошел. Изявый просто, Михаил. Изявый лут. Достал. Красава. Подпрыгни. Присядь. И это начало, да? Родительский дом. Ой, здравствуйте. А, давайте к торговцу. Вам эта вещь знакома? А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Кухня герцога. Есть мясо, приготовим. Есть мясо. Запеченная с зеленью рыба. Ребята, кто не ел, готовьтесь. Мясо птицы. Кстати, мы сегодня с соколом будем играть в PUBG после этого. А завтра до конца недели у нас варик. Мититей с тремя вкусами. Тачитура де пуи. Дикая птица. Вот это надо брать. Навсегда значительно повышает здоровье. Так это не просто. Это вообще навсегда слегка повышает здоровье. Снижает урон при блокировке. Я не умею блочить.
Но у меня нет сочного мяса дикой птицы. И превосходной рыбы тоже у меня нет. Есть просто рыба. Рыба. Можно начать с чего-нибудь простого. Запеченная с зеленью рыба. Как? Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Не, мы рыбу только показываем. Готово. Садитесь, ешьте. Класс. Хрум-хрум. Здоровье слегка увеличено. Невероятно, всегда. Что это удалось приготовить в такой снежной глуши. Так, дальше кошелек герцога. Мы ему сбагриваем то, что удалось найти. Энджи, за 28 тысяч. У нас 10 690. Мы продаем за 28 раз. Мы отличный кристальный череп продаем за 10к. Простой кристальный череп за 900. Вивианит за 5к. И 2 по 3 больших кристалла. На 50 косарей! Но это еще не все. Продаем кольцо за 12к. Мисс Мандолину за 20-ку. 80к. Череп. Аниксовый. Мясо птицы оставляем. Почти 100! Почти 100! Почти 100. А, мисс Энн. 107к. Какая прелесть. Фарфоровые куклы очень популярный товар. Во-первых, смотрим. У нас открылись грейды на старый дробовичок. У этого урон 760, у нас у текущей версии 720. Ну и надо переходить с целью экономии патронов на новые пистолеты. И на новые дробовики. Что я у него есть для вас по... новые товары, мистер Бургерс. Модификатор для дробовика уменьшает отдачу. Для Леми Extended. Для Беретты Extended. Ну, для Леми это старенький пистолет, я не планировал его брать. Доп груз. Патроны бы тоже взял, потому что, ну, они сравнительно, ну, не стоят ничего. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Олень. Светошумовые снаряды еще есть. Как можно 19-1 с беретом назвать? Да я вспомнил, как что мне в прошлый раз сказали, что это беретом. Но я, видимо, неправильно запомнил. Ну что, переходим на новый пистолет. Давайте, берем мод за 12к, потому что у него 7 патронов. Установили. Кольт. И пойдем грейдить в оружейную. Раз. Можно даже что старый пистолет продать. Стоит? Начинаю в первую очередь с урона. У старого пистолета 150, у этого после грейда 170, плюс там дульный. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. То же самое с урона 840, а тут 800 после грейда, 840 у этого дробаша. Так, ну давайте. Я готов ради... Хотя у меня есть вроде деньги. Даже если мы все загрейдим, нам почти хватит. Нет, ну, на снайперку не хватит. Снайперку тоже чисто на урон. Темп стрельбы не столь критичен. А сколько будет стоить старая пушка? Воздушка. Леми за 23к продать, да? Продаем. Старый дробаш тоже продаем.
Удивлен, что вы так легко с ним расстались. Да, я тоже удивлен. Можно, если что, будет перекупить. Сделаем. Сможете выкашивать толп. Короче, приклад делаем для дробовика. Самодельную бомбу вот тоже на что возьмем. Вы глаз положили. Можно даже расширить. Нет, хотя задачи сейчас важнее, чем добыча товара. Я сейчас скинул немножко пушек и думаю. Да, давай сделаем столь раз. Рис. Снайперскую пока не трогаю. Я ей реже пользуюсь значительно. Просто прогрейдили урон. Ага. Может быть, за 30-ку надо было все-таки. Ясно. Кто-то еще. Прям по полной программе разошелся. Бобер не на шутку. Интересных приключений. Ой, спасибо. Ну, смотрим. Во-первых, вместо 7-9 патронов, здесь вместо 4-6 патриков тоже. Мы затарились. Да много чем затарились. И тем не менее, есть. Кстати, а мы не можем еще сварганить что-нибудь, по идее, имеется в виду. А, тут каждой штуки по. Не, ну надо побольше мяса всякого. Удачи. Нож вместо фугаски мы берем пистолет. Быстрый доступ на двойку. Быстрый доступ на тройку. И, наверное, даже быстрый доступ на четверку. Хотя нет. Хотя да, пусть будет быстрый доступ на четверку. Снайперской винтовки. Тут же ее зарядим. Зарядим. И надо понять, куда идти дальше. Вроде как по ключу я открою вот эту штуку. Сюда пробовал в прошлый раз добраться. А, я же могу сбегать сейчас вот за этим кладом. Помните, у нас же появился ключ. Этот скрипичный. Поэтому давайте сбегаем, соберем. Хамблби, привет! Да, сегодня у нас вечер обещает быть продуктивным, интересным. Ты как-то уже забыл, как проходить. Кажется, сюда. Не забываем, что тут небезопасно все равно. В любой момент может выскочить кто-то. И при помощи ключа я смогу добраться... Ключ скрипичного мастера. Здравствуйте. Немножко патронов для дробовика. Опа. И тут замок. 6 цифр. Мы уже встречали его раза 3. И я не забуду ее 5-й день рождения. А вот и первая подсказка. Я не забуду ее 5-й день рождения. Нам нужна дата, скорее всего. Ну или какая-то часть. Ее пятый. Вот он. Happy birthday. 27.09.17, да? 17? 27.09.17. 27.09.17. О, стальной... Хрёсвельк. Хрёсвельк. Надо сегодня у Сокола спросить, что такое Хрёсвельк. А здесь что?
Большой магазин, винтовка F2. Это для снайперки, кажется. Хрёсвельк. Да. Но и это еще не все в плане лутания. Я вижу, что здесь еще желтый кварц. И это еще не все. А, ну, наверное, более простое что-то. Реагент. И это еще не все. Ничего себе, как он тут разжился. Ну и немножко денег, похоже. Да. Нормально так зашли. И главное, закрыли эту задачу. А то этот домик мы нашли с вами черт знает когда. А, так, кстати, есть еще отмычки, можно сюда зайти. Тогда и не было отмычки. И сюда я не мог пройти. Хотя по карте, судя, я могу сюда пойти, просто пройти, просто не знаю как. С этой стороны дверь не открывается. Здесь тоже странно. С одной стороны дверь закрыта, с другой стороны там внутри лутано. То есть допускаю, что я здесь-то был. И ключ у меня вот этот вот есть, 100%. То есть, скорее всего... Давайте осмотримся. Мифическое существо в скандинавской мифологии. А-а-а, гуглишь. Правильно делаешь. С каких-то пор сокол на шведском говорит. Ну, скорее сокол на шведском заговорит, чем я. Ему ближе. Это зона, где ты от зомби вначале бегал. А, это может быть типа закрытая штука, да. Да, я приблизительно помню. Ну, возможно, нас туда пошлют. Позже. Видите, тут завал, двери забаррикадированы. Я уже пробовал. Пробовал забираться наверх, пробовал с крыши как-то добраться, но... Не удалось. Так, что по предметам еще, по квестовым? Ключ это мы сможем... Что мы сможем? Мы можем еще колодцы проверить. Что я тут колодцы не окучивал нормально. И вот сюда бы зайти. Но сюда я могу зайти только через... Только вот как-то отсюда, через двор. Видимо. Здесь же заблочено все, да. Ладно, попробуем пройти туда. Ползем. Один справа. Хрэсвильк, соколь, который из раза в раз побеждает в PUBG. Так, отмычку взяли. Из этого колодца. У нас тут еще одно помещение. Там, где, помните, нас свинья унижала. Которая тоже по каким-то причинам до конца не долутана. Давай попробуем добраться сюда. Там и отмычка. А, колодец вообще на площади. Со стороны площади находится, точно. Ну ладно, все равно давайте попробуем сначала сюда пробраться, прорваться. Петуха можно замочить, если нас пустят сюда. Здесь, кажется, закрыто наглухо. Да, значит, направо от трактора. Тут как-то надо сориентироваться. Норм же. Ну, вроде норм. И отмычечка. Если честно, не помню, где. Вот она. Хорошо, у меня три отмычки, можно спокойно их использовать. Для того, чтобы там получить ништяки, патроны, там что, деньги, не знаю, что здесь прячут. Патроны для дробовика, 7 штук, офигеть.
Это дорогостоящая штука и очень ценная, особенно учитывая то, что мы дробаш улучшили. И выходим отсюда на правильно ружу. А выйдя, поворачиваемся направо и вытаскиваем из колодца еще что-то при помощи колеса. Опа! Здесь еще один клад. О, деревянный зверь, голова. Мы можем совместить его с туловищем. Правильно ведь? Деревянный зверь объединить с деревянным зверем. И получился деревянный зверь. Далее. Ну, направо колодец и клад. Идем. Автомат уже нет. Слушай, ну серьезно, ну. Все равно 9 патронов. Грейжены, не грейжены. Все равно 9. И все равно патрики улетели. А что по крафту патронов? Деталек нет базовых. О, летают утки. Блин, твою мать. Кто там? Black Hawk down. Лежать. Лежит. Сбит, сбит, сбит. Минус один. Минус два. Тут даже упреждения брать не надо. Халява дешевая. Думаю, еще сегодня с соколом поиграемся. А вот она шкатулка, видите? Патроны. О, фугасные, фугасные. Ничего себе, здесь сколько всего. Ожерелье Луизы? И это квестовая штука. Похоже. Ожерелье, которое носила Луиза, оно покрыто пеплом. Самоцвет взяли оттуда. Ценные. Так, ну весь тайник мы с вами просто раздербанили прекрасно. Осталось только выудить. Ах ты, смотри какая, а! А сколько нужно пуль свинье в голову, чтобы... Давайте старым дедовским способом. Что, ради одной свиньи холодец... ради одного холодца свиньи буду резать, да?
это качественное мясо. О, мое уважение. Так, а что это? Это материя так. Выуживаем. 3, блин, динамита, ё-моё! Я за эти 10 минут налутал столько, сколько никогда не лутал. Угу. Сейчас осмотрюсь еще, может, куда можно свернуть. Заботливо на карте отмечаются те места, которые мы подлутали крестиками такими. Типа свинья замочена, там баран тоже. Петуха, петуха надо брать. Петуха надо брать, он здесь вот в загоне. Прямо направо к петуху. Коко, блин. Вы, конечно, меня извините, но... Не я такой, жизнь такая. Мясо птицы. И обломки. Можем скрафтить что-нибудь, типа патронов для пистолета. Все, петушок минус. Я могу пойти сразу открыть вот эту дверь. Это типа по основному квесту. И мы вернемся назад. И, возможно, выйдем сюда, получается, да? Здесь из того, что не долутали, это в самом начале здания, там что-то по мелочи, я уверен. Так что предлагаю идти к торговцам. И, наверное... Не, давайте я не буду пока ничего крафтить. Патрики вроде даже есть. Мы их и те, и другие. Я не знаю просто, какие патрики мне пригодятся. Может, придется крафтить что-то другое, не пистолетные, а для дробовика патроны. Блин, классно пробежался. Просто быстро и как бы и готов к бою. Продавца можно скинуть ценный предмет. Парочку. Можно даже попробовать себе блюдо какое-то новое приготовить. Помним про надгробие. Оно у меня висит не за... Слушайте, и здесь еще были вопросы по разводному мосту, место ритуала. Вполне вероятно, у меня уже есть предметы под это. Что в целом нового появилось? Это квестовые, это для колодцев. А, вынув самоцвет из ожерелья, вы обнаружили спрятанный ключ. Я обнаружил спрятанный ключ. Я обнаружил спрятанный ключ, оказывается. Вон он. Ключ Луизы. Я обнаружил спрятанный ключ. Когда ты сейчас резал курицу, у тебя пульс был выше, чем при убийстве куклы. А, карта сокровищ старенькая. Так, ключ Луизы. Ключ из жилья Луизы. Мне кажется, ключ нам нужен был как раз вот где-то здесь. Ключ Луизы. Не вспомню. Можем сбегать, тем более, что нам все равно сюда возвращаться. Прямо направо наверх. Прямо направо наверх. Угу. Заодно вспомню. Потому что это было, наверное, дней 5 назад, и я... Опа, 17 FPS, 15! Игра, не надо. Игра. Нет. Только что было 120. Нет. А, это сюжетное снижение FPS. Ладно, может, поговорим. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Еда — это жизнь. Давайте посмотрим. У нас 3, 1, мясо. Вот оно, сочное мясо дикой птицы. Качественное мясо.
Давайте сразу. Как не останавливайтесь. А, можно просто скинуть ее пока. Проверить, где хпрос загружен. Да такое же было именно в этой игре. Оно отпускает иногда. Заходишь в какую-то локацию, отпускает. Проц нагружен на 60%. ГПУ на соточку. Ну, сейчас посмотрим, если не... Во, уже 40. Уже разлагало немножечко. Будет вкусное блюдо. Если скинем. Только посмотреть витрину вон ну, такое было. Такое было, когда мы встретили там от определенного босса. Кварц скидываем, просто очень ценный. Самоцвет просто ценный, ничего не применить. Деревянную козу. Еще 50 косарей, просто... Тратьте золото, как король! Ха, король! И посмотрим, что мы можем взять. Ну, немного, на самом деле. Можем расширить инвентарь, я думаю, что стоит сделать. Один из самых популярных товаров. Угу. А что касается улучшения оружия, у меня все, в общем-то, улучшено из базового. Только винтовка. Темп стрельбы для снайпа не особо нужен. Боезапас тоже, перезарядка тоже. То изображение тоже висло. Но это может быть просто из-за того, что игра решит... А нагружу-ка я видяху на 100%. И это, соответственно, аффектит уже... любые модификации на оружие за очень... До новых встреч! И это аффектит, соответственно, тот же самый ОБС, как будто... ну, потому что там... ГПУ тоже используется для рендера. Обойму не купил. Ребят, давайте без подсказок, Торчебес, пожалуйста. Она, во-первых, не на новый пистолет, насколько я помню. На Лейме, на старый. Во-вторых, с подключением мы уже купили обойму на другой пистолет. И просто давайте без подсказок такое. Комментируйте там, рассказывайте, но не... Потому что хочется игру поизучать самостоятельно. Короче, это раз, Торчебес. Это раз. Хотел пробежаться... По старому направлению. Вон, уже 80 FPS. Сейчас 50. А, у вас не отображается влево вверху, потому что это оверлей Стима, а захват идет. Здесь у меня было, во-первых, кажется, закрытая то ли шкатулка, то ли... Вот. Да. О, отключил Луиза, к чему подошел. Кубок Чезаре. Это что-то ценное просто или сюжетное? Просто очень ценное. Окей. Ну вот и ключ Луизы пригодился. Правильно? Правильно. Дальше справа у меня тут было... Была штука. Мы, может, сможем опустить при помощи механизма... Да, но это не то. Тут явно нужно что-то покрупнее... Другой предмет нужен. И раз уж я здесь... Ну, Чезаро, да, Caesar. Типа Цезарь, может быть, туда отсылка. Ну и похож, на самом деле, кубок на что-то такое. К чему-то римскому. Очень знакомый символ, это понятно. Ну, тут тупичок, похоже. Возвращаемся. Ну, хотя бы ключ утилизировали. Тоже неплохо. Чизер. Как-то поспокойнее стало, когда тебе дали оружие, когда на тебя не давит обстановка, не преследует тебя огромный эмбрион и пронзительно кричит тебе в лицо. Как-то жить стало поспокойнее. Двигаться надо дальше, сюда. Ключ должен подойти. Делайн говорит, привет, Миш, день задался. Е-е-е. Добро пожаловать на стрим, спасибо, что смотришь. Сегодня у нас трансляция в двух частях. Ориентировочно до 9, может, до 8:30 поиграем в Resident Evil. А потом в качестве контрастного душа перейдем к PUBG с соколиком. Новая видяха, все...
И вот я оказался там, где мы впервые... Я не уверен, что его можно убить. Раны глубокие, мне долго не протянуть. Я слышу звук его шагов снаружи. Он почти не дергался. А, от моих выстрелов. Кажется, будто он играет со мной. Это не волк. Короче, нам нельзя тратить на него патроны, это бесполезно. Это тварь. Нас заставляют создатели игры снова побегать, видимо, в этом месте. Надо вспоминать, где мы там укрывались. В подвале укрывались. Помним, что сокровища есть там недалеко. В домике можно открыть. Но я не сдохну безропотно, как пес. И если дойду до старой водяной мельницы, то смогу его остановить. Смогу уберечь тебя. Она так близко. Черт, замерзая, ноги отказывают. Прости меня, Луиза. Прости. Короче. Я представляю приблизительно, где мельница. Кажется, она там, откуда выходил прошлый босс. Помните, там как раз ручей? Это самое начало вот этой текущей локации. О-о-о-о. Муж Луизы, о котором говорили в начале игры. Я уже забыл про мужа Луизы. Все, просто... Нам нужно среагировать. Во-первых, забей на Патрике. Реально, это бестолку. Просто возьми нож и узбагойзен. Ну, на крыше он нас тоже встретит. Вижу, как ходит. Красавец, блин, мужчина. Мне кажется, он не сможет забраться вот в тот. Мне надо через это здание, через подвал идти. Он возвращается назад. Ой, держитесь, пацаны. Музыка, слышите, как нагнетает? О-о-о, просто у. Что там по пульсу? Пациент жив у нас еще? Жив, 72, нормально. А тут все вычистили, кстати. Вижу, петуха можно замочить. И все затихло. А знаете, почему затихло? Ориентировочно по правой стороне надо проходить. Там в личном сообщении написал магистр Юниверс, благодарность за XCOM. Смотрит записи давно, научил многому, продолжаешь радовать. Счастья, удачи, спасибо тебе большое, магистр, если ты слышишь. Я не уверен, что это мельница. Нет, здесь все загажено. Покрыто какой-то слизью. Можно что? Так, ну и что, где мельница, блин? Я вообще хотел бы еще и сюда сходить.
Давайте попробуем направо идти сначала. Петуха надо было мочкануть. За этим домом. Черт. Блин, он здесь. Блин, а как пройти-то туда? Через эти ворота, но не могу. Ну, давай в соседний дом попробуем. Тоже ни черта не понятно. Ну, видимо, надо будет слить эту, как попробовать взорвать, как-то, не знаю. Что здесь сплошные тупики. К Лутецкому я отсюда не доберусь пока что. Что он там писал? Можно... Что с этим сделать? Что можно с этим сделать? Давайте попробуем. Но он должен был услышать меня. С другой стороны? Серьезно? А, еще один. Если бы у меня не было такого количества. А! Ага. Мишка, так жалко, зачем бомбы? Ну, ребят, ну что? Так, коммерс, это раз. Это раз. Блин, свиньи сейчас у меня будут еще. Главное, чтобы не сбили. Да, конечно. Все, минус. Минус один. Отлично. Твоя очередь, друг. Потому что он черный. Собрали. Так, а что здесь за laboratory, лаборатория? И мы не можем открыть, нам нужен механизм. А вот она, большая мельница, оказывается. Я сюда и должен был идти. Да ладно. А могу я внутрь зайти? Могу внутрь зайти. Нам нужно как минимум с мельницы... Какая конструкция классная. Вынести... Во-первых, здесь сохранение. Вынести шарик для того, чтобы пройти... Ну, лабиринт, пройти вот этот вот. Резервуар. А, лифт. Элевейтор. Водохранилище вниз, спуск есть. Фото редкого животного. Такое уж оно редкое.
не просто мельница, тут целое подземелье и лифт. Рабочий, между прочим. Гринпис по тебе плачет, а вообще ты ни одно живое существо просто, нанося режущие удары, не убьешь. Убью, просто времени потребуется много. То есть понаносил и подождал несколько дней. Не, вообще я не специалист по забиванию. Хоть был в деревне, хоть видел, как коров забивают, там курицам голову рубят, и они бегают весело. Это просто детская травма тоже. Знаете, когда вам 6-7 лет, вы впервые оказываетесь вместе. Ну, мы в деревню-то ездили регулярно, но впервые оказался в месте, где там у дальних родственников, где это как бы норма. То есть, что будем есть? Ну, давайте курочку сегодня. Отлично. Хдыщ топориком. Побежал. И по двору такая бегает с без головы курица. Потом ее в таз с кипятком, она там отмачивается, и ты такой... Давайте отдирать, обдирать. Без головы бегает? Конечно. Курица так, да еще без головы. Еще даже лучше может жить. Просто без забот. Сам не кололся. Нет, я сам никого не колол. Просто мне... Ужас какие-то. Почему ужасы? Неужели вы просто не могли дойти до магазина? Так это же было в деревне. Там не принято покупать курицу. Ты разводишь курей для чего? Для яиц? Ты еще яйца в магазине покупай. Кроликов тоже разводили. А глаза у них такие добрые-добрые. Прохладная история детства. Да-да-да. А бычков забивали топор, тыльная сторона, по голове, чтобы не сильно сначала сопротивлялся. А потом резали просто. И... Кровь стекала. Жиза. Первый раз, когда это видишь, особенно мелким, тебя воротят. Жутко. Потому что у тебя воспоминания... Ну, то есть познание по коровам, по... О, это козочки, это корова, да, му, что она делает? Му молочко дает. Ну, это когда ты видишь, как это происходит, это, конечно, жуть. Как курица поворачивает без головы? Без проблем вообще. Без проблем. Магазин в деревне. Нас помним, просто машина какая-то приезжала временами со всякой фигней на продаже. Ну и, ну хотя, да, там, что покупать. Водка тоже не нужна. Все гонят свое. Еще и лучше. Так, ладно, давайте к игре. А то как-то, реально, у меня даже пульс подскочил, когда я вспомнил. Ну реально, когда ты мелкий, это... Резко тебя в другую среду. Фолан Топлар говорит, не только курицы, некоторые люди тоже бегают после обезглавливания. Если я правильно помню, рекорд около 100 метров человек пробежал после казни. О, да ладно! А вот и следующий босс. Милая женщина. Или не женщина. Да бери, чё, не стесняйся. Все, это было проще, чем я думал. Матерь Миранда. Это не женщина. Я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь Вундеркинд хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь!
Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Кайф. Так, ну... Вот урод! Не знаю, зачем было с ним общаться. Это... Не уходи! Я не отдам ее тебе. Даже не прости! Так. Как же выбраться? Как же? Как же, как же? Идем дальше. Грену под ноги, да. Вот и выбрались. Сложно, что ли? Да я еще тут подлутаю, Патрике. Но я не знаю, где основной проход, то есть... Улица, возможно, тоже тупиковая. Вообще не похоже. Осматриваемся. Три патрона на снайперку, и там... И там сундук, и тут лодка, и вроде как можно... Положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер, рыбалки пока не будет. Это дезинформация, ребята, рыбалка будет через 1.5 часа. А помер он не случайно, его съела огромная рыба вместе с лодкой. То есть, чтобы стартануть, нам нужно вернуться в шахту все равно. И нас ждет рыбалка. Нас ждет огромный рыбов. Возможно, даже много. Ну, то есть, я могу сесть, но куда я по это сам? Нужен ключ от лодки. ВЦГ 2002. Тоже по прогрессу, на мой взгляд, тоже является своеобразным спойлером. Ты... Ну, это не... Мне тоже в некоторых играх не очень нравится, когда, знаете, заходишь в сохранение, и там тебе пишут, сколько ты процентов игры прошел. Тоже это странные... Оно так работает? Спасибо. Дверь без лодки, без ключа не откроется, или сигнал стоит. Там, скорее всего, просто мотор, который, ну, зажигание там стандартное, которое тебе нужен определенный. Слышу зомбарей. Вижу зомбарей. Несколько штук. Серьезно? В голову не умирает? Да, дробаш такой бодренький. Я, если честно, думал, что если у снайпы там урон 800, если попадаешь в голову, то там вообще выносить должно. Она иногда шотает просто в тело гаргу какую-нибудь, которым мы из дробовика два раза стреляли.
Очень странно. Наверх не забраться. Красивая игра, жуть. Ломаем раз, ломаем два. Просто и освещение, это, видимо, и RTX тут что-то дает. Можно... Блин, я не залутал там сзади. Ключ от лодки есть, да? А, там этот пес. С ним сложнее. Блин, жалко. Мне придется так сделать. Может, с того мы не снимем. Парик. Ой, это не все. Ой, там их много. Ой, черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Промазал. Ой, так, стоп. Да как откуда? Надо с пистолетом по нему поработать. Так, хрена с два. Места маловато, ну можно кайтить, я думаю. Есть. Да, потратил две мины и динамит. Но вот на этого чувака можно было потратить значительно больше всего. Из-за того, что у него шлемак, помните? И его снимать надо либо миной, либо динамитом как раз. Это вообще ловушка была, по сути. А, нет. Патрики, тут можно походить по воде. И в общей сложности здесь было человек 5, наверное. Ну, еще при входе двое-трое. Но второй был такой уже полубосс. Дальше. Просто возврат назад. С ключом от лодки. Видите, мы здесь не все полутали. Оказывается. Возможно, что-то осталось после убитых. Вполне вероятно. Черт, мне кажется, я все-таки оставил здесь что-то. Не хочу возвращаться назад, пока не перепроверил дважды. Может быть, в воде, но с другой стороны, например. Тут блок. Сюда не пройти. Ну, мука... Может, я не увидел что-то блестящее, типа скрытое, да? Что кажется, все, что было по из трупов, мы с вами собрали.
Ну, есть еще вероятность, что я в коридоре что-то забыл. То есть не здесь, а чуть раньше. Хотя вероятность меньше. Потому что там пропустить что-то в коридоре гораздо сложнее, чем... А! Ха. Понял. Вот ответ на твой вопрос, кажется. Нет, почти. Ладно. Вряд ли нас просто так пустят сейчас направо к лодке. Головоломка лабиринт, но это раньше. Выходим к лодочке. А рыбы нет в воде? Я не видел, там вроде что-то плескалось. Оп, что? Ах ты, я тебя не заметил. Ага. Неплохо. Странно, я по первому попал в голову, но не убил. И мне нужен был второй выстрел. А второго убил с первого выстрела. А, может она насквозь пролетела, реально. Ключ от лодки. Помидорина, привет! Как лодка поворачивает быстро. Но я иду к сундуку для начала, пытаюсь, по крайней мере. Хотя отсюда непонятно, как пройти вообще к нему. Здесь тупичок. Здесь все закрыто, видимо, придется оплывать. Либо это в самом конце мы увидим. Ну реально здесь не забраться. Не добраться к нему. Точно? Ну да. Здесь же ты не проплывешь, правильно? Здесь ты не проплывешь. Извиняй. Тогда вперед. Помним про то, что здесь рыба здоровая. О, красиво. Что вроде дамбы. А вот и рыба. Что за хрень? А я рыба, я рыба. Папара. Ай-яй-яй. Да как не пройти-то, чё? Невидимые стенки, вы издеваетесь. Я здоровенный, здоровенный. Мы познакомились с рыбой. Да, из такой штуки очень можно много суши приготовить. Сушей. Жалко, что сундук оставил, но мне кажется, я чуть позже к нему смогу вернуться. А как я вообще готов? Патроны есть, отмычки есть, патроны есть, какие-то зажигательные, даже мясо. Какая стремота. Что это? Я бы назад вернулся. Что за лаборатория? Рабалатория. Что за херню тут делают? Опа. Сумасшедший ученый. Отвали от меня! Лежать, сука! Итан. Знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Спецназовцы. Жаль, если что-то случится сейчас.
Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Надо у него автомат тиснуть. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. О! Рыба. Не суйся в наши дела, Итан. Такие еще... Назад! Ребят, я не могу просто, я... Вы понимаете, к чему это все? Улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Рыба! Ты рыбак? Он рыбак! Да что такое? Почему? Пойду-ка я в кабак, рыба. Ты рыбак? Он рыбак! Рыба. Итак, я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Именно так. Он был рыбаком, но, на мой взгляд, рыба. Он слишком зазнался. Интересно, как ты догадался? Именно так. О, хорошо. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Иногда им не хватает еды. Это снова ты, рыба. А что же делать? Взял, все скипнул, но кто-то так играет. В смысле? Непонятно. Я же не знал, что там, там заставка. Ну, кто-то, ну что за, что за, ну что, ну ё-моё. Хочешь как лучше, а тебя поносят. Так, нет, не перезапускать. Возвращаемся. Просто нещадно. Как будто я специально это сделал. То есть, зная, какие последствия будут. Дайте ссылку на песню. Это же рыба, ты чего? Это готик, рэп, рыба. Очень позитивная песня. Ты весь диалог с рыбой скипнул. Так, давайте Масиса тоже мочим. Масис, прости. Давай, последнее слово у тебя. Последнее. Вот что ты напишешь перед тем, как отлететь. Минус диалог Торчебес. Так, ладно. Ладно, Масис, раз. И Торчебес. Хорошо. Не, значит, такие душнилы просто. Просто душнилы. Погнали. Перезапускаем. Отлично. Ничего не потеряли в целом. Да что же делать? Два пути. Проверю... Ориентировочно не тупиковую штуку. Он сказал, что выход под водой. И в такие моменты я думаю, что это не тупик. Я еще сзади пропустил. Помните, когда думал, что... Что-то не всегда понятно, где тупик, где не тупик. Ты проходишь дальше, а назад уже все, дороги нет. Кажется, у нас будет загадочка. 3 на 3. Синенькая, зелененькая, черненькая. Запомню. Сможешь, не сможешь. Это просто, это сравнительно просто, это уже не просто. Черное, белое, белое, зеленое. Черт его знает. Нам нужно вот каким-то образом добиться... К
красное, белое, синее, красное, синее, белое, черное, зеленое, красное, ну, оранжевое, красное, синее, белое, черное, зеленое. Окей. Слышу зомбаря. Можно, конечно, попробовать нажать, но, скорее всего, не будет сработать. Откачать воду. Черт, электричества да. Нет. Задайте ток на затвор шлюза. О-о-о! Он, конечно, появляется в самых неожиданных местах. Вот как он просто... Как он прошел сюда? Дверной проем, закрытое помещение. Здравствуйте. Если только посмотреть витрину вон там. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Кубок очень ценный. И мясо, наверное, мы сможем тоже, потому что птица появилась, обычное мясо есть. Хо-хо. Меняем. Вы принесли очень необычную вещь. И попробуем. Не останавливайтесь. Не хватает все равно рыбки. Что странно. Ладно, давайте к припасам. А припасов у него новых нет. Я могу только типа что-то прогрейдить, но новый уровень не открылся по улучшению. Я могу установить любые модификации на оружие за очень... А вы знаете толк в качестве. Спасибо. К сожалению, 67 тысяч, а потратить некуда их. Ладно, бывает. Я бы патронов купил, я бы всего купил. Слышу зомбаря. Но пока не вижу. А он есть. Берем реагент. Вы, мне же не глючило здесь. Не, патрон не бесконечный магазин. Они обновляются после того, как он говорит, типа, у меня для вас кое-что есть, или там кое-что новое. И тогда обновляются стандартные вещи, там хилки, патроны. Так, вижу бочку впереди. О! Эта рукоятка старая и ветхая, она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас только на втором ветряке. Рукоятка. Коко! Опять флешбеки из детства. Мясо птиц. И, возможно, стоит вернуться и... Идем на второй ветряк. Только не внутрь пока, а вокруг. Патроны для пистолета. Справа. Вот, это рукоятка, которая нам позволит прогрессировать дальше. Погнали. Ее бы и использовать, и снять. Да. Ага, вот. Нет. Понятно. Серьезно? Угу. Ищем. После перемещения должно было что-то сместиться, открыться. Вот он, проход. Спуск вниз. Потому что спуска наверх не бывает. Так же, как подъема вниз. Ой-ой. Блин, красиво-то как, а? И главное, смотришь на эту красоту, у тебя там высокая плюс и 90-100 FPS просто. На стриме 60, конечно, потому что, ну, а зачем больше и там плюс нагрузка? Ну, у вас наверняка на исходном качестве на Good Game картинка тоже сочная,
Ну, если тянет, конечно, там типа 8,5 мегабит, 60 FPS, Full HD. Пульс уже 50, ты умираешь. Бывает такое. Я перехожу в режим гибернации. Ту-ду-ду-ду. Рыбов не подсобирать. Много рыбы, но сделать ничего нельзя. Может быть спуск наверх, но не в твоем ограниченном тремя измерениями мире, да. Не хочу стать рыбьим кормом. Классно. Ну, по сравнению с прошлым боссом, рыба это просто, ну не знаю. Просто большая закуска. Не понял. Эту штуку надо как-то... спустить. Да хватит меня пугать, слышь? Причем надо ее... давай так попробуем, окей. Так, можно сделать? Нет, она ничего не держит. Да подожди, подожди. Пробили, но она не упала. Почему? Она шатается. Может как-то попробовать... Просто выстрелить куда-то, побить, чтобы она рухнула. Что там? Такое ощущение, что маркер только что про... Да подожди, не кипишуй. Ее надо, очевидно, как-то толкнуть вперед, для того, чтобы она упала, и я смог пройти дальше, но... Или вернуться назад, кстати. Вверх и вниз. Рыба разговаривает или меня сейчас Погоди, я не могу вернуться назад чисто случайно. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Нет. Ладно, ребята, сейчас я соберусь. Я понял. Да я думал, что может быть по этой штуке как-то можно съехать. Вверх и вниз. Давайте попробуем реально вернуться и наверх с по тарзаночке. Может, там что-то разрушилось как-то. Может быть, мы ее. Может, она нам мешала сделать это. Со старта мы дошли и освободили пролет. Не, не хочешь? Ну смотри, дотянуться, но не совсем немножечко. Может электричество это? Может надо запустить ее все-таки? Может просто убрать блок с... Нет, это не блок. Она просто не работает. Тупничок. Я больше чем уверен, что там ответ остался там. То есть внизу. Вот я пробил. Вот она качается. Вот ее нужно было как-то толкнуть и пройти дальше. Ах ты ж, ежик. Нормально. Давайте, я понимаю, что вы еле держитесь, чтобы не подсказать, но, пожалуйста, держитесь. Держитесь, я побежал. Воплощать замыслы свои.
Вверх и вниз. Или мне послышалось? Рыба разговаривает. Да тихо, блин. Ты серьезно? То есть надо было чуть ближе подойти, и тогда скрип сработал. О, игра! Так, сдвинули. Бля. Что? Вонище. Ага. Здесь пока ничего, окей. А, и они падают, да? Окей. А, ага. Патроны револьвера. У нас еще револьвер будет. Все временные, да, штуки? Капец, загадка. Зеленое, синее, красное. Причем мне нужен правильный порядок. Сначала синяя, ну, синяя, оранжевая, а потом зеленая, потому что она дальше всего. Синяя, оранжевая, зеленая. Хотя, блин, неудобно получается. Ладно. Синяя, оранжевая и только после этого зеленая. Ну, окей. Тихо! Тихо! Да, зеленая вот эта салатенькая. Так, и как же мне... О, Росбрейн, привет. Добрый вечер. Тихо. Охреневшая. Нет. Я лучше тебя. Я лучше тебя, он говорит. Это меня не глючит, это рыба со мной разговаривает. Нет. Смотри. Все трясется просто. Стараюсь, папа, или что? Такой еще. Так, мы в самом начале оказались, да? Предлагается вернуться, видимо, назад. Хотя мне, скорее всего, туда надо. Если это возможно. Могу я отсюда? Нет, уже не могу. Не, могу, подожди-ка. Кругами хожу.
Не, не совсем другая. А что если шашку динамитную взять и попробовать поглушить ее, а? Старым способом. Пора сушить этого желтого полосатика. Не знаю, где хранить такое количество рыбы. Вот это я понимаю. Классное решение. Тоже нереалистичное, но очень красиво придумано. Ой, мы в мельнице, да? Во второй. Там, где должны взять... наверх. Ага. Рыбнадзор покарает. Да, тогда придет ясно. Да это тенистая, вонючая рыба. Уху сварить. Уху! Полезли. Добрый вечер тем, кто присоединился, друзья. У нас продолжение Resident Evil Village. Вчера была вообще часть такая жуткая-прижуткая. Просто час превозмоганий, страданий. Такая давящая была очень обстановка. Здесь экшончик прям весело. И почти не страшно. Вот она, рукоятка. С Ктулху нарисованным. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Идет на таран. Слышь? Изучить хочу, сюда не залезть. А может мы покрутим все-таки, а? Ну чисто. Забери рукоятку. Молодец. Деформированно не открывается. Опа, С. Ну, залезай, можно же. Вот, и наконец-то мы нашли, для чего это все было организовано. Не попало, не попало. Спокойно. Все, и затихли. Не знаю, зачем я это делаю, скорее потому, что могу. У меня есть рукоятка, я могу крутить ее, как хочу. Круто. Кручу круто. Откройте затвор шлюза. Ай, мельница пошла работать. Нам вернуться туда нужно, видимо, да? Не знаю, имело ли смысл спускаться. Да, искрит, значит, есть напруга. Так, а тут неправильно. Неправильно! Широкую на широкую. А, выбрать ок. Так, и чё? Чёрный не ставится. Она типа перевернута, я понял тебя. Ах ты хитрец какой, а? Паскуда грязь. Ладно, хорошо. Значит, это черное. А, соответственно.
вообще царь просто. Я не знаю, как так можно было сделать. Откройте любой запись любого стримера. Просто и сравните, что делает бобер. Что он творит просто? Увидел, перевернул. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. На 90... О! Кто-то меня бесит. Торговцы, что ли, сходить? Давайте, ладно. Че тут тарешь? ICQ, да, ICQ очень высокий. Прошу вас, изучите мои новые товары. Девятизнак. Кстати, друзья, сегодня у нас наконец-то запровили гудгеймовское обновленное приложение в Play Market. Ну, по старой ссылочке вы можете найти, ну или просто в поиске Play Market. Или если оно у вас установлено, вы можете обновить его. Напросился на комплимент. Ну понятно, меня же поносят постоянно. Включаем. Сливаем. Есть. А что... Что сможет сделать рыба без воды? Кто она? Ой. Вот так вот и люди его, ну, так и эволюционировали. Сначала рыбки, потом ящерки, потом крокодилы. Кто там дальше у нас? Ну, а еще пули не страшны, забейте. Мы этой твари со своих... Баня супер, картинги супер, да. Ну, Кирилл, конечно, кататься умеет. На секунду меня гад обогнал. Причем ни разу не обгоняя по факту, он каким-то образом, если это правильно был результат, 34... Нет, 34-й мой был картинг. 1 октября, солнечно. Матерь Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. И я усыпил их какой-то жидкостью, а потом положил каду в их животики. Теперь я жду, когда... Или каду, видимо, вырастет в их животиках. 2 октября. Пасмурно. 4 людей, 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни. Понятно, разводили тут карасей. Большой магазин. Чик-чик. 17 патронов. Было 7. Мы купили апдейт. Стало 9, и тут бац. И все. Там дотера вспомнили. Потом бобры, потом дотеры. Так, а точно у нас... Ну да, получается так. О, какие тут коридоры. Интригующий. По ним как раз мы и будем бегать. Тебе дают патроны, как будто мы можем по нему стрелять. Ну, стрелять-то можем, вопрос только в уроне. Ну, ясно. Твою налево. Будешь торжиться. Смотри! Да, деваться некуда, за нами Москва. Прочь с дороги! О, я понял. Там бочка красная какая-то. Глуши, карася!
сумир. Пес. Прочь с дороги! Смотри на меня так! А что такое? Ну понятно, что его надо пробивать тогда, когда он открывает свой поганый рот. Ты меня не любишь, мама. Ё-моё. Чёрт. Пошёл гадить, тварь. Опять, что ли? Нет. Так. Да ну какая-то грязь. Вставай, Михаил. Не нравится мне идея с дробовиком на него выходить. Тут где-то еще бочка есть. Ой-ой-ой. А, кажется, он сейчас будет опять свою шарманку заводить. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. И оказывается застрял. Блин, тут тупик. Ой, как нехорошо получилось. Блин. Зачем я перезаряжался, дурачок? Открой ротик, тварь. Блин, он чаржнулся в меня. Ай, да нет. А, вот бочка, 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 увидел бочку. Иди сюда. Ему хоть бы хны. Ее не пробить. Ага. Ой-ой. Как же его плющит, а? Опять закрылся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, приехали, да? Давай попробуем подлутать, попробуем на быстрый доступ даже сюда поставить, пожалуй. Кажется, есть что-то. А, сейчас будет заливать меня.
ну! Чего? Ай. Я не знаю, что-то у меня патрики заканчиваются. Все равно попал. Остается только патроны для этого. Можно попробовать скрафтить... Это, я думаю, правильно. Не понял. Опасная дрянь. Ага. Спускайся, гад. У меня для тебя кое-что есть. Смотри на меня так. Нет. Ладно. Все? Нет, еще. Сколько можно вообще? Я не пойму. Чем тебя кормили там? Штукам не пострелять. Да уж. Как? Серьезно? Как это? Как он так быстро прошел? Да, у меня маневренности нет. Гагашечка. Ой, короче, надо... Надо. Ну, в общем, надо с бочками. С бочечками фугасные поражают цели в большой области. Да, можно минки попробовать. И безопаснее, конечно, не с дробашом, а с этим, с... со снайперкой и с пистолетом его приговаривать. Погнали. Мама, будешь гордиться. Смотри. Деваться не. Прочь с дороги. А, отсюда не вижу. Прочь, ага. С дороги. Чего?
здесь две мины. Ай-яй-яй-яй-яй! Серьезно? Блин. Какая же ты тварь, а? Мне кажется, надо с дробовиком его пытаться убивать. Через мины с дробашом. Потому что единственный нормальный способ. Меня мама не любит. Она прячется. Ну. Ну что ты стоишь-то, дурачок? Алло! Давай сюда, спускайся! Мочить тебя будем. О! Как? Извините. Налево. Опасная дрянь. Ой, опасная дрянь, я не знаю, где прятаться. Вот. Так, есть еще одна бочка. Я намерен. Убили. Изявы. Чтоб тебя. Помоги. Да, кристаллическое муру. Как жил, так и помер. Уродец. Эффектно. Красиво, я думал, он скажет. Собираем оставшиеся патрики, перезаряжаем все, что есть. Ставим на быстрый доступ. Заряжаем. Осматриваемся. Наверняка я в попыхах здесь что-то... попропускал.
Ну, в целом, да, в целом понятно, что надо держать дистанцию, что надо смотреть, не попадать под слизь, когда он стреляет, спрятаться за укрытиями, когда вот это он сверху поливает добром своим. И все, и... изи. И вот открылся проход как раз. Выход прямо по курсу. Надо вспомнить еще про сундучок, который мы в самом начале где-то оставили. Здесь еще один сундук. Может, это, кстати, он, просто разные уровни. Нет. Теперь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит. И я думал, что мне ее не дадут. Это вот тот босс, с которым, да, мы сейчас общались. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы. Мы все должны прийти на церемонию. Но матери, похоже, все равно. Матерь сказала, что роза — оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет, я этого не хочу. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Это половина. Не дочитал. Так, и новый ключ. Мы же его сейчас должны... А что мы должны? Мы просто его берем. Не, мы должны как-то его совместить, насколько я понимаю. С нашим текущим. Нет? Нет. Что за дела? Положение сброс закрыть. То есть он лежит просто и все. Каду. Оно живое? Блин, что-то мне хотят. Это ж явно ключ на совмещение с текущим. А, вот. Объединено, да. Просто надо было повернуть его определенным способом. Геналоид, привет! Зря я в тебе сомневался. Ой. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя Хайзенберг или как он? Айзенберг. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься. Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот ублюдок. Какой-то он... нереалистично дружелюбный. Сундук меня интригует. Сундук интриган. Знакомые места. Я еще не взял сундук на этом, на лодочке. Сейчас, погодите. Это как раз к лодке мы возвращаемся. Ага, и тут можно пройти теперь. Стоп, здесь же сундук был. Прошлый раз. Светошумовой снаряд. Я не нашел пока применения к снарядам. Рыба. Ребята, сейчас рыбачить будем. Сомик.
не живой. Живой. Ага, все-таки клад здесь. Серебряная статуя Анны. Сомик. Блин. Не уверен, что с ножом нормально мы будем на него охотиться. Я не вижу рыбу. Вижу бульки, бульки, бульки. Может, затихнуть надо? Вот хитрый рыб. А! Да у меня контрастность такая, видимо, я не вижу. Сейчас только начал присматриваться и увидел. А! У-у-у! Видимо, так надо. Рыба какая-то вообще плотная. Есть, первый пошел. Хитрая рыба. Она так хотела жить. Все, зачеркнута рыба. Порыбачена. Да темень какая-то. Собрали, получается, этот сундучок, который каким-то образом переплыл. Ну, здесь рельеф поменялся уже несколько раз. Мы же сливали воду. И... тут же в лодку заходили. Все по-другому. Дальше возвращаемся в пещерку. Красиво, вообще красиво. Что здесь? Здесь тоже не все мы подлутали. Есть какой-то ивент, не ивент. Блин, я это вообще потерялся. Ладно, давайте проверим второй коридор. Что я его тоже смутно помню. А, нет, уже получше. Собственно, самое начало. Но здесь должен быть тупик, вряд ли мы... А, и мы были с той стороны. То есть дошли до конца. Окей. Порыбачим, пора в кабак. Да, мы запускали сегодня, Липсом, привет, рыбу. Не совсем вовремя получилось. Оказывается, там кат-сцена была, и рыба с нами разговаривала. Так, еще же был... Я еще пропустил... Эту игрушку, лабиринт третий из четырех, не открыл. Я нашел сам лабиринт в мельнице, кажется, но... А что это такое еще раз? Лабиринт, головоломка как раз. Но он был в первом же, да, в первой мельничке?
Подъем наверх, а здесь что? Пройти можем? Да, отсюда, собственно, и пришли. Окей, на всякий случай перепроверяем. Были. Вышли налево. Взяли клад по одному из ответвлений. В остальном, даже несмотря на то, что здесь красным отмечено, я что-то не достал. Все равно возвращаюсь, поднимаюсь на лифте наверх. А может здесь как раз и будет... Да, мог оставить. Ладно, поехали. Опять пульс зашкаливает. А что там показывает? Я очень спокоен. Я как слон просто спокоен. Главное, что он работает. Понимаете? Он не отваливается, ничего. Но сегодня вообще ровненько. Только в самом начале трансляции поволновались, потому что было продолжение вчерашнего стрима с этим, с эмбрионом. С куклой. Страшной. Приехали. Ну все. Оставил, похоже, я. Да. Ладно. Не все коту масленица. И так деньги есть. Здесь мы можем уже открывать рукояткой подобные вещи. И была у нас до этого рукоятка, там, где, помните, мост надо было опустить. Ну, это уже когда мы возвращаться будем на площадь. Так, воронье. Кар, говорят. Ага, этого сразу не увидел. Тихо. Олег поддержал канал, говорит, Миша, бога ради, вернись к Фуфа. Да к Фуфа совсем недавно было. Вообще у нас с завтрашнего дня начинается Rejuvenation Cup. И там ближе к ФФ-шечке, чем... Первый пошел. Второй. Фига себе тут. Там еще кто-то. О, шар с русалкой. А может быть, мы тогда и сможем вернуться к этому механизму загадкой, загадке. Потому что как раз нам и нужен был шар. Где-то стрекочет, не знаю где. Патроны револьвера, револьвера самого нет. Да я слышу, не вижу его. А, неплохо устроился. Прямо надо мной. А, так это ты. Это снова ты. Опа, хорош. Хитрец какой, а? А ну выходи-ка. А ну-ка.
Нам бы собрать лутецкие с гарк. Нам бы все-таки получить. Вот захожу в пустую избу, а патроны для снайперской винтовки, на ней нарисован олень. Только сейчас увидел, что там олень. Берем. Как я мог в такой маленькой избушке не заметить? Олени. Так, это просто отдыхает на сцене, да, чувак? Воу, 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 воу. Полегче, слышь? Ну, конечно, Миш. И чё? Сколько патронов мимо, а? Просто. Справился с рыбой. Вообще изява. Мы не таких рыб. Вылавливали. Так, 25 патриков для пистолета. Просто находка настоящая. И главное, меняется еще погода. Там солнышко встает. Смотрите, сразу освещение другое. Ага. Отсюда, типа, мы могли спрыгнуть. Внизу должна быть еще, должен быть труп гарги. Ага. Красавчик Кирилл тебе. Спасибо. Спасибо, приятно. Опасный. Здравствуйте. Все, что ли? Не верю. Ну, сейчас точно все. Без головы сложновато. С той стороны двери тоже кто-то есть. Матерь Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня провел 3 эксперимента с Каду. Но все трое сделали бдыщ. И все испачкали. Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Такой экспериментатор вообще. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Револьвер! Борец! Красивый! О-ля какой! Ля! Ля! Пятизарядный. Классика. Очень быстро, кстати, целится он. Ну, то есть прицеливание быстрее, чем у пистолета стандартного. Нет, не быстрее. Может, револьвер попробуем реально? Ой. А там чувак, на которого не действует ничего. Хотя, может быть, как раз револьвер подействует. Ну, типа там серебряные пули, оборотни, все дела. Там пес огромный, ребят. Тайник с оружием Мора. Аккуратнее с ревой, где там рев... Да-да-да, там сразу что-то нечисто. Он поставил на пса 100%. Так, а в целом-то куда мне? Справа тупик. Назад, видимо, возвращаться надо как-то. А, я знаю как. Ой, не туда.
Неужели так просто? Немного не тот регион для серебряных пуль, для... да и обстоятельства несколько изменились, говорит О2. Привет, О2. Так, а мне точно... Ну да, это вроде выглядит как тупиковая штука. Я, правда, сюда, не по... кажется, не, по... не поднимался. Не кажется, а точно. Я туда не поднимался. Самое время вернуться, Михаил. Самое разумное, что ты когда-либо делал. Не замочить его. Но я читал, что как бы пули его не берут. Не, можем попытаться, конечно. Мина есть. Револьвер тоже. Слышь, зверь, Алёша, смотри, что у меня есть. Алё, смотри, смотри, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Бах. Кажется, ему плевать вообще. А, о, понял. Он быстрый. Изи. Кто же говорил, что пули не берут? Все берет, и он берет пули. О, бастетный мой. Пришел кот на разведку ко мне. Бастетного качества кот. Баста. Колбаста. Ну, баста. Тебе дверь открыть? Пойдем открою тебе дверь. Пойдем, пойдем. Долго мы с тобой здесь сидим. Бастет, видишь? Видишь? Благодарный кот какой. А, отличный револьвер протестил. Да, ну выстрелили в первым в голову и все. И... В описании револьвера что-то написано о нем. Там что-то про StarCraft и про проставки. Как тебе дробовик, там картечь, а не пули. Лол, пульс понизился. Я успокаиваю себя специально так. Выдыхаю просто. Хладнокровие. Ха, хладнокровие. А возвращался я вот, чтобы сюда дойти. Потому что там вроде как и тупик. Но в этом тупике, во-первых, можно применить... Винтель. Колесо. И вытащить что-то. Плюс патрики дали. Плюс из этого... Светошумовой заряд. Ой, красиво! Ой. Класс. Crime Kid говорит, ну как, многоградная игра? Но она стильная, не то что многоградная. Тут, в принципе, правила игры это понятны. Да, есть стелс, да, есть скрипты, да, есть стрельба. Арсенал тоже, но... Это не... Ну... Ну, игра очень хорошая, конечно, очень качественная. Куда мы будем возвращаться? Куда, куда, сюда? Сзади я оставил как минимум этот. Может вернуться и... У меня же теперь шар есть. Я при помощи шара могу... Но я не помню точно, где шкатулка была, вот в чем проблема. Головоломка лабиринт, здесь она. У тебя прям написано, что она здесь. Вот, пожалуйста. Все, тогда у нас все четко. Погнали. Шар с русалкой. Пока не ясно. А, понял. Теперь ясно.
Не вижу. Оп, стоп. Гоп, стоп. Мы подошли из-за угла. Почему он реально не может взять шар и не сразу его там в маяк не отправить? Гоп, стоп. А, не знаю, что там. Вслепую действую фактически. Давай вращать, наверное. Ты много на себя взяла. Хорошо. Это третья из четырех, кстати. У нас будет много-много денег. Салатовый череп. А... Это же за стеклом происходит. Не-не-не, тут ничего такого. Это просто механизм такой, он открытый. По той же причине, почему не можешь с отрубленной рукой, приложил, заживет. Полил. Прикрутил руку, все зажило. И этот, и даже одежда приросла. Так. О, this way. Нам подсказывают, что надо туда идти. Какая забота. И солнце, видите, мы здесь были, но погода была совсем другая. Кажется, была метель, там мрачняк. А тут... Сюда бы еще как-то попасть. This way. Врет. Надо попытаться... Ну, здесь закрыто все равно. Может, как-то можно пройти дальше сквозь. Не, все закрыто, заколочено. Сюда хочу. Там явно какая-то модификация оружия. А, ну, видимо, я туда, я так сейчас попаду. Да-да-да-да-да, все-все-все, я понял. Класс. Прям-прям туда и ведет. Да? Да. Ха! Игра, конечно, молодец. И тут же лаги пошли. 13 FPS. Это, кажется, гранатомет ГМ-79. Здрасте, да, это гранатомет. И вот они как раз, снаряды зажигательные и прочие, пригодятся. Он так лагает. Просто FPS сразу минус 70 FPS. Бах тебе. Ох. Ну вот сейчас 60-70. Заходишь, 15. Ну а нормально вообще 90-120 тут это. Хотя камера лагует. Но не только камеру. Видяха в пол и все из-за того, что игра говорит. Погоди-ка. ГГ. 79. О! Опа! Там какой-то козел горный. А ну-ка, стоп. Добрый вечер. Вот такую тему я ножом не ушатаю. Он сейчас смотрит на меня недобрыми глазами. Пора затестить гранатами. Работает. Причем они это специально сделали, они полагали, что вот тебе дают гранатомет, а потом двух здоровых козлов. Ты такой, Так, мясушка взяли, да? Надо будет попробовать приготовить. Что-то толковое. Вот она, разбитая плита. Клауди, куда она... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас мы можем как минимум в два места сбегать. И квесты позакрывать. Сначала, конечно, к продавцу. И мне кажется, он... Мы же босса убили. Стало быть, он нас снова поприветствует, расскажет что-то. Хавчик сделаем. Здравствуйте. Нет? Ну ладно, давай. Извиняюсь. Не особо. Но новые у него есть. У него патрики новые. Кто-то еще? Покупаем все, что есть.
Ду-ду-ду-ду-ду. Мне кажется, можно будет... Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я могу устанавливать улучшенные модификации. Ох, у револьвера урон 48 тысяч стоит. Ух. Извините. Давайте посмотрим, что у нас. Кристальное животное 20к. Кристаллический моро 40к. Серебряная статуя очень ценная. Крыло, кристалл, череп. На 75 пока продали. Еще 20к. 95. Это от владыки Маром. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. Так, ну что, хватит ли нам... Это жизнь. Хватит ли нам... Ну, в первую очередь, я бы базовый урон прогрейдил. С удовольствием. У пистолета и у дробаша. 27. Но револьвер. Урон 1700. Ну, он уже классный. 1700-1900. Дробаш отдыхает по урону грыжный. Просто в два раза он отдыхает. С удовольствием. Ну все, револьвер One Love. Осталось нам как-нибудь еще начать крафтить патроны для Ревыч. Что по кухне? Есть у нас... есть возможность сделать чорбу со свининой. Это ароматная похлебка из высококачественного мяса животных, обитающих только в этом краю. Так богата белками, что превращает мужчину в ходячую крепость. Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Еще осталось 4 блюда, которые... Готово. Садитесь, ешьте. Вкусненько. Получаем... А, нет, стоп, нет! Получаемый урон и блокировки. Неплохое блюдо. Которое я не пользовался. Ладно, мититеи с тремя вкусами. Не хватит. Плов. Тоже блокировка. Передвижение, кстати, можно. Но рыбка нужна. Надо теперь реально пользоваться блоком. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Заставит. А чё прицел на снайперку не покупаешь? Да тут не нужна она, тут дистанции совсем небольшие. Денег все равно как бы впритык хватает. При том, что я две старые пушки продал. С нетерпением жду новых ингредиентов. Но револьвер пока что отложим, по крайней мере, в качестве пушки основной. Я бы сбегал, применил там этот рычаг для того, чтобы добраться до вот этого места через мост. Долго о нем думал. Долго шел к нему. Рукоять. Кручу, педали кручу. Как Ахилл любит напевать. На велосипеде нарезая. Вообще веселый очень стример, конечно. Лодочка. А мне кажется, это вообще-то проход дальше. Вообще-то. И все, просадка по FPS. И я тоже лагаю. Просто временно в какое-то место попадаешь. Там, где черная дыра. Точно, ребят, у нас же сокол 21.00. 3 часа пролетели незаметно. Вот это да. Вот это я понимаю. Ну ладно, мы подождем тогда соколика в любом случае. Он же может, как вы помните, опаздывать. Поэтому...
Давайте еще побегаем. Надо игры на SSD ставить. Это не с дисковой системой связано. Видеокарта просаживается в ноль. Подвесной мост, общая могила. Здесь мы взяли. А, вот сюда сбегать надо. Для каменной плиты. Помните? Там тоже что-то ценное. А, про рыбалку с лодки, а не про PUBG. У нас нет удочки. Обычно тут рыбалка происходит, ты идешь в воду и с ножом ловишь рыбу. Правильно, подвесной же сюда, ну, да, ну сюда. Ну вот в игре очень много разноплановых как раз локаций, то есть боссы разноплановые, разные вещи нужно против, там с одним по квестам, с другим постреляться, с третьим постреляться, но по-другому. Как дома уже тут ходит? Ну, это до первого... Ой. А кто там? Ага, ага, козел, значит, да? Чё смотришь? А, понял. Был неправ. Ни хрена себе. Агрессивный какой, а? Мясо. Жалко патроны. Что поделать? Зверье убили, все. Удобно карта сделана, конечно. Вот, сейчас 96 FPS. И в PUBG у нас такая картинка будет сочная. Блин, нет. Твою налево. Рели. Давай, иди сюда, тварь, мразь. Могу я взять свою мину? Капец ты, тварь. Иди сюда. Я говорю, иди сюда. Быстро, я сказал. Ну давай, ну давай. Ах ты, смотри-ка, не достал. На-ка. Да что ты? Ты охренел, что ли? Как он... Я, кажется, нашел его больное место. Ай. Да, тут попадать надо. Вообще. А ну-ка. Да. Иди сюда. Давай! Ух ты! А чё ты не хочешь пройти дальше, друг? Ну давай, чё ты? Я шутил! Попахивает обузом, попахивает чистейшей скиллухой просто. Да блин. Да блин. Не-не-не, не достанешь. Я тоже расстроился, друг.
Какой-то он плотный. Оп! Ай. Он очень плотный. Кажется, его плющит уже. Давай! Потому что неуязвим вообще. Да брось уже, ну. Все зря. Падай уже, падай. Слушай, довольно простой босс, я так вам скажу. Мувсет довольно стандартный. Тайминги тоже весьма стандартные. Ребят, ну чё вы? А вы-то чего? Ну зачем? Ну вот... К чему это всё? Надо их как-то кучнее... А, вы тоже из тех, которые сомневаются, куда можно идти, а куда нет? Ладно, погнали. Встаем, встаем, просыпаемся, просыпаемся. Да-да-да-да-да-да. Так, грузимся. Сгруживаемся, точнее. Ах ты. Нет. Нет, ну как, ну... Ай, хорошо-то как, а? Я не понимаю, как поменять патроны, блин. На зажигательные. Там написано, нарисовано F. Я нажимаю F. Уронил что-то. Ай! Мне ж блок можно еще использовать, правильно? Так, еще один. Видите, здоровье у них не восстанавливается, с такого они уходят. Падаем. Вообще разобрался как царь. Знаток игровой механики. А пришли мы сюда, чтобы поставить разбитую плиту. Плиту. Клауди Беневиенто. Чаша. Ну, собственно, это весь лут, который нам... выделили. Не густо. Ладно. Беренгарио. Так, где выход? Кажется, сюда. Эх, перезарядка. Надо понять. Нет, не в перезарядке. Странно. Зажать R. Я пробовал F зажать. R, F. Нет, не работает. Чаша и топор из босса. Да, за босса нам тоже выдали что-то ценное. Скорее всего, сейчас пойдем. Может быть, попробуем разъединить. Вдруг топор можно взять. Черт его знает. Кстати. Вдруг мы можем... из этого кристалла. Нет, просто очень ценное, просто изучить. Ну, классный топор. Вместо нашего ножика можно было...
таким топориком разжиться. Там какая-то клавиша есть на гранатомет, вроде надо. Ага, надо зажать прицеливание и после этого F. То есть он в стандартном ситуации не меняет патронов, только когда ты с мушки начинаешь прицеливаться. Ну, получается, нам нужно сейчас как раз к лодочке выходить. Это... Ну, а куда еще? А здесь я что-то не помню, не был. Да, кстати, я же не ходил в виноградник. Почему я сюда не ходил? Давайте попробуем. Вам что-нибудь подсказать? Сейчас кинем топорик за 30к. И чашу. Можем на... Тратьте золото, как король! На появившиеся деньги... Это простая модификация, я быстро управлюсь. Еда — это жизнь. Не хочется прям расставаться со всеми деньгами к ряду. Интересных приключений. Сразу. Я хочу попробовать открыть вот ту дверь. Я вообще могу это сделать? Вроде туда ходил, да, там открыто. А как так вышло, что дальше тупик? Что? The show must go on. А тут мост и рыба, кстати. Ну, вода прозрачная, хорошая. Гроулер говорит, хорошего настроения и приятного стрима. Миша, недавно смотрел твое прохождение пятых героев. Аска все обращает во благо, кошки зло, а они порабощают планету, но если вы это слышите, то вы и есть сопротивление. Привет, Гроулер, спасибо тебе большое. Пятые герои. Пятый мы допрошли, а вот четвертый немножко нет. Да, и сюда нам рановато. А может быть, раз нас ведет указатель в противоположную сторону, возможно, стоит пойти как раз порыбачить. Видите, нас явно туда ведут сейчас. Стало быть, давайте пойдем. Нет, спина пятнистая, форель, говорит Трейсер Уайт. Кстати, у нас есть опытные рыбаки в чате. Без шуток. Опытные спортивные рыбаки. Ну, в смысле, которые занимаются спортивной рыбалкой. Так что, если у вас вопросы есть по поводу рыбы, могут помочь. Компетенция, конечно, крайне широкая у чатика. Без гугла расскажут. Он хамбл. Кажется, один из них. Поплыли. Не знаю, куда пока. Пока куда глаза глядят. Нет. Это не тот мостик. Хотя, может быть, и он. Может быть, это шорткат. Скидываем его. Он очень похож. И по местоположению вроде не так далеко мы отплыли.
Может быть, насчет и шорткат. Я просто не узнал этот домик напротив. Там вроде не было никакого домика напротив. Горный ручей. И сюда можно, и туда можно. Вышел патч 1.5 на Киберпанк. Да, сегодня об этом, кстати, говорили. С Витей и с Эльдаром. А, я тут все-таки был, просто запамятовал. Не то. Я как-то ездил с коллегами рыбачить, но всю рыбу выловил, и меня больше не берут. Разве такое бывает? Ты мог выловить больше, чем остальные. Это, конечно... Ой. А тут лестница появилась. Мне кажется, это прошлый босс вообще был. Хамблби своей удочкой хвастается. Выглядит, говорит, дорого. Ладно. Вообще, я на самом деле жду Сокола, потому что он обещал быть в 9. Сообщение мое с Go даже не прочитал. Штуки опасные. Видите? Угу. Самодельная бомба. Нам предлагают подумать, как добраться до туда. Учитывая то, что здесь явно работает только 5. Но тыкай. Ага. Видишь, тыкнул, и все. Не такие сложные загадки, конечно, здесь. А можно еще? Спасибо. Это тяжело. Так сказали, Вова, придется тебе морду набить. Нифига себе, у тебя друзьяшки. И попадаем в святая святых. Патроны револьвера раз. Светошумовой два. Большой кровавый рубин на продажу. Блин, что-то стрёмно вообще. Я бы не пошел, конечно, туда. Но у меня выбора нет. Еще не все подлутано. Блин. А зачем мне дали шашку? Такой хороший вопрос, да, Михаил? О, вижу. Теперь понимаю. Кажется, для этого мне ее и дали. Надо спрятаться желательно. Блин, ну такая идея была хорошая. Типа это взрывается. Ну там видите свечение справа? Как будто там камень.
какой-то. Ладно, ну тратить еще одну взрывчатку мне, если честно, очень... Ладно, взяли. Самые ценные, я думаю, мы вынесли отсюда. А не баг в текстуре ли это? Может быть, это был баг как раз. Текстуру не дорисовали. Ну вот так вот. Кто-то текстуру не дорисовывает, а бобер тут мается. Что дальше? Димитреска, которая там уже убита. Рыбу порыбачили. Ну, я думаю, надо попытаться... Это же Димитреска? Да, Димитреска. Видимо, сюда нужно, вот в этот... В эти ворота. Потому что сюда мы не могли никак добраться. Здесь мы были, но... мост не был опущен, то есть по этому пути мы не могли пройти. А лодку мы тоже не могли использовать, потому что у нас документов не было. То есть ключа от лодки не было. Так что вот здесь... Это наш путь. Очень реалистичный. Огонь, освещение, камень. Погнали. Идея. Чик-чик. Чисто дум. Во-первых, эти штуки надо зажигать. Раз, два, возможно, даже три. То есть мы берем и... По... Че, не можешь, что ли? Вот эти штуки я хотел зажечь. Думал, можно толкнуть. И вот это можно зажечь. Пока просто не знаю как. Ага. Окей. А мы можем вот эти вот скинуть? Нет, не можем скинуть. Не двигаются же они никак. Если, например, сюда. Нет. А эти открыты? Закрыты. Это тоже закрыто. И они открываются, скорее всего, когда мы зажжем... Штукой наверху. Что за? Ну ладно, второй вариант это выстрел. Вдруг он... Да, конечно. А так? Ага, окей. Сокровища! Несметные богатства. Окей. Так, это успокоился. Не хочется тратить патроны, учитывая... Ну, конечно. Лежать боятся. Чё? А чё такой плотный? Полез такой, полез. Да меня интересует, как я могу... Я же не раскачаю его настолько, чтобы... Оп! Ух ты, тварь! Блокировать меч совсем не хочется, если честно, руками. Все нормально у тебя? Они что, у них там гнездо, что ли? Они бесконечные. Да брось, друг. Чувствуется, что пистолет помощнее будет. Блин, а если все-таки как-то подумать и зажечь эту штуку? Гренки кинуть, выстрелить из гранатомета, например. А так не зажигается? Нет. Реально, они ходят нон-стоп.
Да, готовила в игре, очень вкусно, спасибо. Мы здесь проползем, просто надо запомнить, что сзади... Так, а может они способ зажечь? Ну, выходят, подходят сюда, потом я их... Да, видимо, в этом и смысл. Окей, давай. Сейчас мы его попробуем поджечь и завести куда надо. Давай, комцмер. Ну, комцмер. Есть, хорошо. Иди сюда. О, дали ачивку. Medium rare. Типа такая средняя прожарки. Иди сюда, иди сюда. Ну. 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 Ой, классно. Придумано классно. Золотая статуя госпожи. Патроны револьвера. Мы револьвера вообще без патронов оставим. С форелью просто лучок обжариваешь, духовку разогреть, брюхо и луку напихать, специями сверху, майонезиком, фольгу завернуть. Ну это сокровище. Это мы взяли и просто все зачистили. Молодцы. Бежали назад. Я бы не додумался так быстро. Спасибо, Делайн. Здравствуй, Додидо. У нас сегодня трансляция уже идет 3,5 часа. Но надо отдать должное именно вот этой вот части игры. Она не такая страшная, как вот вчерашняя. Так, ну я бы в лодку и поплыл в противоположном направлении. Потому что там тоже... Мы же поплыли налево, надо направо. Теперь еще. Ей захотелось после рыбки, блин. Лучок, майонезик запекает. Рез бомжей прекратился после поджога. Удобно. Там было идеальное количество бомжей, как ты говоришь. А я только детей накормил, намыл, уроки сделал, вот я с вами. Красава, папашка, респект. А еще будет у нас сейчас закончиться. Сокол опаздывает, как обычно, уже на полчаса. Видимо, погода нелетная. И мы отправимся в PUBG. А завтра начинается варик. Финальная стадия этого Regeneration Cup. О, Соколик здесь пришел, смотрите. У-у-у. Давай, Соколик. Сейчас будешь оправдываться, почему... Все. Друзья, спасибо, что смотрели. Увидимся с вами... Да, сейчас увидимся. Я даже стрим, наверное, стопать не буду. Просто мы переключимся с одного на другое. Подключимся к Соколику. Я локальную запись